была разработана документация, в том числе программа развития, на которой мы берем на себя обязательства по подготовке футболистов возраста до 12 лет. Охват максимально большого количества детского населения региона и предоставление нашей базы для проведения соревнований регионального и всероссийского уровня под эгидой РФС. Для развития программы их поддержки нам в ноябре уже поставят РФС футбольное поле размером 30 на 60. И сюда же блок-контейнер с отоплением электрическим и с внутренней отделкой. И поле 40 на 20, вот как у нас за вами находится площадочка, то же самое укомплектовано. Я очень рад тому, что школа олимпийского резерва приобрела статус федерального центра футбольной подготовки детей в нашей области. Это первый такой футбольный центр, детский футбольный центр, который будет полностью преобразован за счет средств федерального бюджета по линии РФС и Министерства спорта Российской Федерации. Это решение, которое было принято, позволит нам сделать следующий шаг в становлении уже профессионального футбола, потому что нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы у детей была перспектива.